У нас есть группа в WhatsApp родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Там мы сделали клич, родители составили огромный список, начиная от встречи с дельфинами и заканчивая побывать на Красной площади в Москве. Не все мечты сейчас можно исполнить по понятным причинам, но реализовать Мишину было несложно, говорит Ирина. Сотрудники службы исполнения наказаний с удовольствием пригласили мальчика с мамой в один из своих кинологических центров. Как только Миша увидел немецких овчарок, на его лице появилась улыбка. И это несмотря на то, что животные, казалось, не настроены дружелюбно. Но мальчик очень любит именно эту породу собак, ведь дома у них живет одна из ее представительниц. Она девочка, ее зовут Данка, 4 года ей. А дальше знакомство с местными овчарками – Барселоной, Федором, Брюсом, их наставниками-кинологами и показательные выступления. Поиск наркотиков, полоса препятствий, поиск и задержание преступников. Задержать! Собака не надо человечить. Чем меньше вы слов говорите, тем быстрее она их поймет и будет все выполнять. Постепенно вводим много слов, там, до 100 слов, там, больше слов. Но это все постепенно. Полтора часа пролетели незаметно. Миша и Марина, мама мальчика, даже не хотели уходить. И это несмотря на холодную и сырую погоду. Он проявляет интерес именно вот к породе немецкая овчарка. Не знаю, что у него, конечно, в душе творится, но вот у меня вот я получила настолько удовольствие моральное. Я не думала, что я получу такое удовольствие. Посмотрела, как работают собаки, как люди вкладывают в них свой труд. Благодарна вот Вячеславу, правильно я называю, да? Прям я о нем слышала очень много от собачников замечательных очень отзывов. И, ну и вот воочию увидела, что человек занимается, действительно он профессионал. Я был рад видеть глаза этого мальчика, которому понравилось это все, который, ну, видно, что загорелся, посмотрел. Ради этого и стоит исполнять мечты, уверены волонтеры проекта «Михутка». В ближайших планах реализовать желание двух девчонок. Одна хочет стать визажистом, другая – блогером. Ну а Миша с мамой сегодня еще раз убедились, ребенок выбрал верную дорогу в жизни. Приеду обязательно. Большое спасибо. Большое спасибо. Благодарю. Благодарю. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.